Опа! Здорово всем, ребята, Акин Туха на проводе. И прямо сегодня, ребята, в эфире самый крутой находчик наклеек. Потому что, ребята, прямо сегодня я куплю голд сколы, панишеры и другие дорогие наклейки на анкомонках. Надеюсь, у нас это выйдет прямо в эту секунду, ребята. Прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И хэштег удачи в поисках. Ну что же, поехали! И для того, чтобы выбрать скин, на котором будем искать крутые дорогие наклейки, нам надо думать как школьник. Куда бы школьник в теории мог наклеить дорогие наклейки? Я думаю, это или Акайртакер, или Desert Eagle Thunder, или Thunder, или Thunder, вы поняли. Или М4 Tiger. Я так подумал, я буду листать Акайртакер, потому что, ребята, Акайртакер это один из самых первых скинов, и по-любому на него приклеили очень много наклеек. Пожелайте мне удачи, потому что на съемке данного ролика я потрачу больше 5 часов реальной жизнью. Посмотрите, как оно медленно листается, а мне еще надо пролистать целых 67 тысяч скинов, чтобы долистать до самого-самого конца и посмотреть, какие же там снизу самые крутые наклейки, и, возможно, и найду какие-то наклейки с Хэллоуин коллекции и куплю прямо сегодня и стану нереально сказочно богатым. Ну что, ребята, фух, я сегодня Рейса заварил чаечка. Вот, посмотрите, Рейса, за ваше здоровье, братва. Буду попивать чаечек и искать первую наклейку. Ребят, если честно, мне кажется, я уже скоро рожу. Как же это долго! Я уже листаю минут, наверное, 10. Ни одной наклейки просто-напросто нету. Все наклейки повымирали или как? Как мамонты просто нема! Как же это сложно, понимали? Я уже листаю до такой степени, что даже пропал этот ползлок. Видите, вот его просто не видно. Произошло нечто невероятное! Я, ребята, нашел 3 скина с наклейками, чтобы понимали, я настолько долго листал, что я просто возьму прямо сейчас куплю раз скин, куплю скин номер 2 и куплю даже 3. Чисто все 3 скина, какие я нашел с наклейками, я их всех куплю. Ну, что я могу сказать, однозначно это выгодно, потому что вот эта вот наклейка стоит, ну, примерно 10 голды, а скин с наклейкой стоит всего лишь 4, поэтому я Синпенни покупаем! Ну, а прямо сейчас произошел баг на наклейке. Что же это такое? Когда ты очень долго листаешь вниз, настолько долго, что Stand-Off 2 говорит: все, братуха, ниже уже некуда. И тебе просто начинают появляться скины только с наклейками. И вы посмотрите, что я нашел. Вы еще просто будете орать: за 15 голды скин с наклейкой с новой коллекции. Как же это красиво! Блин, Акайртакер! Кто-то приклеил какой-то сумасшедший. Давайте смотреть дальше. Что же еще тут есть? За 13 голды 3 наклейки. Да это же просто идеально! А знаете что? А я куплю! А чё бы нет? Гулять-то гулять, ребят! Потом подарю кому-то из вас. Я считаю, это очень круто. Ну что же, листаем самый-самый низ. И я вижу за 25 голды 4 наклейки. Ну, наклейки, конечно, самые дешманские, самые дешевые, но сама суть... 4! 4, мать моя женщина, наклейки! Окей, листаем дальше, и вы посмотрите, что же я вижу. Еще 4 наклейки, но это стрёмно, 50 голды. О, за 66 голды. Ну, ребят, ну как-то ни о чем. Ну да, есть медведь, ну да, он дорогой. Но все равно наклейки некрасивые, говорится, ребят, ну нет стоябуса на них. О, 130 голды, фениксы! Вот это, опять же, очень выгодный скин. Поэтому, если меня смотрят мамкины миллионеры, у которых очень много денежек, можете покупать. Так, ребят, смотрим дальше, что же еще есть. Наклеечки, Токсик! 700 голды! Что? Да вы на приколе! Вы реально рофлите 700 голды! А можешь купить? Ребята, напишите ваше мнение прямо сейчас в комментариях, потому что, возможно, я куплю. Я даже не знаю, я не знаю, сложный выбор. Так, еще у нас есть за 999 голды вот такой вот скин. Ну, ясен пень, это невыгодно. И кто я выставил, просто, ну, багалимо. Потому что вот эти вот наклеечки стоят гораздо дешевле. Ну что же, давайте еще немножко подождем. Мало ли появятся еще какие-то крутые скины с наклейками и, возможно, даже с арканами. Ночью. Давайте смотреть, что же мы сейчас найдем. Первое, что вижу, это такая непонятная наклеечка, по всей видимости, с новой коллекции, какая-то сова. Классно, круто, но я не знаю откуда. Блин, это что, в натуре такие наклейки с новой коллекции? Какие же они страшные! Окей, листаем самый низ, я хочу видеть 2, а то и 3, а то и 4 наклейки. Мало ли мы сейчас увидим что-то такое, что прямо сейчас надо будет срочно просто брать, хватать и покупать. О, прикольно, абсолютно 3 новых наклейки с новой коллекции. Я думаю, можно взять, а чё бы нет, конечно, берем. Потом кому-то из моих любимых подписчиков подарим.
Ну что же, я ли ставлю самый низ, уже пошли наклеечки подороже, покруче, побогаче. Но тем не менее, ребята, а где арканы-то? Я, конечно, извиняюсь, но я ищу Арканимус. Что? Смотрите, за 800 голды! За 800 голды покупаем! Или нет? Или да? Не знаю, 800 голды, какая сосочка, ребята! Как же это круто! 250 голды из наклейка Биохазард, что? Блин, ребята, как же много крутых наклеек, но я скажу так. Давайте мы сейчас ставим голду на другие скины. Ну что же, ребята, с Акертайгером уже покончено, идемте дальше. Ну что же, камоночки мы долистали, а теперь мы переходим к анкамонкам. Давайте думать, на какие анкамонки могли приклеить подписчики дорогие арканы. Я думаю, что вполне вероятно, это М16 камуфляж, потому что это один из самых популярных М16 с Origin коллекции. Поэтому пожелайте мне удачи. Еще минус один час моей жизни, я пошел искать в поисках крутых дорогих наклеек. 5 minutes later. Ну и спустя 5 минут, довольно-таки быстро, я нашел первые 3 наклейки. Первая наклеечка V-Master. Ну, ребят, неплохо, но она мне не нравится. Вторая наклеечка 5 Years. Ну, это просто позор бегать с такой наклейкой. Третья наклеечка с новой коллекции. Вот ее я бы, возможно, купил. Буквально пролистав чуть ниже, я нашел наклейку Desert Eagle. Что я могу сказать? Да не, ребята, вы что, прикалываетесь? Я такой скин даже покупать не хочу, потому что, ребята, ну не стоит бабиджончик на такой скин, ну вы же понимаете, вы что, не понимаете, с меня все в школе будут смеяться, ребят, ну хэштег позор, ну ё-моё, давайте сейчас найдем какие-то нормальные наклеечки. Ну а если вы человек при бабках и у вас есть 10 голды, то вы себе можете позволить один из этих 3 скинов. Ровно за 10 голды вы себе можете купить сразу 2 наклеечки. Лично я бы брал, наверное, что-то из вот этого. Я, ребят, наверное, листаю уже минут 20, и я вам скажу только так, что никаких супер крутых наклеек я не видел. Плюс-минус все дешевые наклеечки. Я очень сильно хочу видеть хотя бы легендарку, а лучше аркану. Я реально готов 1000 голды отдать, главное, чтобы мне эти наклейки понравились. Ау! Первые 4 наклейки! Ребята, всего лишь-то за 16 голды вы себе можете купить такой крутецкий скин. И будете там понты гонять в школе. Они скажут, типа, та у тебя анкамонка, ты нищий. Ты такой, да у меня 4 наклейки, ё-моё, посмотри. Поэтому, ребята, вполне-таки неплохой бомж-набор. Ну а вот если у вас 20 голды, тут, ребята, выбор-то побольше. Тут-то вы себе можете купить все, что угодно. Что? 20 голды с такими-то крутыми наклейками, конечно, покупаем! Вы это видели? Да эти наклейки стоят голды, наверное, 100 минимум, а то и 150. Вот это я сорвал джекпот, обалдеть! Конечно, покупаем. Ничего себе, как же много тут наклеечек. Короче, ребят, понятно. На М16 все наклейки идут, начиная от 20 голды. Вы себе можете купить любой скин с любыми наклейками на ваш вкус. Ой-ой-ой-ой, ну а если вы, ребята, человек при бабках, то вы посмотрите, насколько же огромнейший выбор за 35 голды. Просто выбирай, не хочу. Реально очень большой ассортимент любых наклеек на любой вкус. Поэтому если у вас много голдишки лишней, то заходите на М16 камуфляж. Блин, как много разных прикольных крутых наклеек. Если честно, я думаю, я сейчас себе тоже что-то прикуплю. А вот и конец. У нас обратно произошел баг на наклейке, потому что ниже уже скины не листаются. Мой вам совет, ребята, не тратьте время впустую, потому что я долистал в самый-самый конец, и тут каких-то либо крутых наклеек нету. Я только что подожил еще минут 20, ну ничего супер крутого, интересного не появилось, поэтому я вам скажу так, М16 камуфляж точно искать не стоит, потому что Кента ПК уже сказал, что там полная лажа. Ну а прямо сейчас мы переходим к рарке, и это будет, опять же, рарка с Origin коллекции, это будет АВМ Феникс. Вот, согласитесь, на АВМ Феникс, ну, по-любому, кто-то приклеил дорогущие наклейки, потому что это АВМ. С этим АВМ я постоянно, каждый раз вижу кого-то в каточке, поэтому я уверен, что сейчас мы найдем какие-то нереально крутые наклейки. Просто обратите внимание, я пролистал одну секунду, тут уже куча разных наклеек. А что будет, когда долистать до 100 голды, до 200 или до 1000 голды? Да я уверен, там будут нереально крутющие наклейки. Поэтому, ребята, вперед искать. Ну а прямо сейчас, ребята, присядьте, мы нашли то, что искали. Хэллоуин коллекция, первый скин с наклейкой Хэллоуин. И он стоит 142 голды. И я, конечно же, тоже покупаю. Дзынь. Блин, как же это приятно, как же это круто, ребята, еще Хэллоуин коллекция, что?
Еще Хэллоуин коллекция! Что? Я отвечаю, мы в правильном направлении двигаемся, потому что дальше только интересней. Как же много всего красивого! Ха-ха-ха! Обалдеть, это легендарка, которая стоит 800 голды. И тут она на скине стоит всего лишь 150 голды. Я даже не ждал, как же много крутых, красивых наклеек. Что? О, наклеечка перца, она тоже очень дорогая. Блин, ребята, мне просто руки трясутся. А что будет дальше? Что будет, когда мы долистаем до 1000 голды? Что? Что? 200 голды всего лишь? Как же это дешево? Мамочки! Так, окей, успокоились, успокоились, держим себя в руках и смотрим, что же мы сможем найти еще такого очень интересного. Наклеечка Rush, наклеечка Rush за 250 голды нас не интересует, потому что я уверен, что это Аркана! Это Аркана, это Аркана! Прикиньте, ребята, как же это круто! Легендарка, легендарка! Эта легендарка стоит 15 тысяч голды! И тут у нас тут всего лишь-то 649! Блин, можешь купить, даже не знаю! Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, покупать или не покупать, потому что девилиш, девилиш! У меня руки трясутся, что будет дальше? Так, ну что же, я уже пролистал 1000 голды, уже долистал 2. Пока что ничего интересного я не увидел. Но если что-то интересное увижу, я вам обязательно скажу. Пока что вот реально нету ни одной нормальной наклеечки. Ну, может быть, я где-то увижу хотя бы арканочку, хотя бы... Ну, типа, 8800, ну, ребята, вы прикалываетесь, да никогда в жизни не куплю. Там можно было за 600 голды купить легендарку, а тут за 9 костерей купить всего лишь 2 хлы наклейки. Рарки при том. Ну что же, ребята, мы уже долистали почти в самый-самый низ. Да, мы долистали, и больше прикольных наклеек мы не видели. Поэтому мой вам совет: выше 1000 голды на АВМ Фениксе листать смысла нету. Но прямо сейчас я нажму на тот скин, на котором реально будет очень много наклеек. И, возможно, именно там мы купим какие-то нереально крутые дорогие наклейки. Погнали дальше смотреть на АКР. Надеюсь, мои подписчики очень богаты, потому что дальше мы будем листать АКР Treasure Hunter Аркана! Давайте просто, ребята, немножко помечтаем, что бы мы могли с вами купить, если бы мы были богатые, такие каким-то ПК. Ну, например, если бы у вас было 427 тысяч голды, возможно, прямо сейчас куплю скин с голдскулами, да! Прямо на это видео! Давайте листать. Ну, просто посмотрите, за 2800 уже идет Хэллоуин наклейка, за 2800, а что будет за 10 тысяч, а что будет за 20, а что будет за 100, я даже не знаю. Посмотрите, 3 костыря, я уже вижу кучу аркан, тут тоже 2 арканы, обалденимус, блин, у меня руки трясутся, все трясется, что? 3500, я даже не знаю, мне прям так понравился этот АКР. А можем купить, реально недорого, за 3500, одни эти наклейки стоят, наверное, 1015 голды. Окей, листаем дальше, что же мы еще интересно сможем найти. 3800, но явно этот скин немножко похуже, чем предыдущий, что мы смотрели. 3900, что? Тут-то наклейки немножко подороже, но они мне меньше нравятся. 4000 голды, что же тут за наклейки? Ха-ха! Я не верю своим глазам, ребята, Дрэгон, наклеечка Дрэгон! Что, самураи уже пошли? Уже пошли самураи, всего лишь что 500? Уже пошли самураи! Блин, это вообще скин мечты. Вот я смотрю, ну реально побежончик-то привстал, ребята. Движ в штанах пошел, обалдеть. А мне интересно, найдем ли мы голдскул? Как думаете, что? 7400? 7400, вот эти вот нереально крутющие наклейки. Я их хочу, я очень сильно хочу. Окей, листаем дальше. О, 9500. Вот эти вот две наклеечки стоят примерно 1030 голды. А скин стоит всего лишь 9500, потом можно покупать. Но я хочу найти что-то покруче. Например, вот это 15 косарей. Это легендарки и эпики с Хэллоуин коллекции 2019 года. Насколько же это шедеврально! Но я хочу видеть голдскул. Как думаете, сможем ли мы найти голдскул или нет? Что? Голдскул! Голдскул покупаю! А, стоп, у меня денег не хватает. Сколько? Сколько? 950 тысяч голды, да вы на приколе или чё? Я чё, на миллионера похож, на миллиардера или как? 950 косарей! Вы ненормальны, вы тупо ненормальны. Я ищу голдскула, мне просто дать голдскула. Панишеры, 62 косаря. Ребята,
покупаю или нет? 62 костыря, это будет история, это будет реально легендарное видео, если я просто возьму и куплю. Я не знаю, напишите ваше мнение в комментариях. Но самый крутой скин за 7 костырей голды, это вот этот вот. Я бы его обязательно купил бы. Ну а прямо сейчас, чисто в целях эксперимента, решил зайти на КРТХ статрек. Вы обратите внимание, какие тут наклейки, просто какие тут наклеечки. Вот за это можно прожать лайкусик, потому что наклейки тут реально крутые. Правда, за 28 косарей продавать вот это я не совсем понимаю. Но тем не менее, ребята, обратите внимание, это все арканы, это все Хэллоуин коллекция. Каждый из этих наклеек стоит очень дорого, и я уверен, что тут мы сможем увидеть Голд Скул. И что? Что? Это просто КРТХ мечты. И сколько он стоит? 45 костырей всего лишь, а так дешево. А можешь купить? Я даже не знаю, ребят, вот это малышечка, да? Вот это я понимаю. О, Gold School. Что с Ноуквиной? Gold School-ы. Мамочки, мама дорогая, вот это люди живут. Вот это люди живут. Ребята, прожмите лайк, если хотели, чтобы у вас оказалось такое КРТХ в инвентаре. Если вы, ребята, наберете под этим видео 10 костырей лайков, я готов купить этот КР и разыграть его вам в моем телеграмчике. Ссылочки на мою телегу есть в описании, потом, братишка, прямо в эту секунду быстрее переходи, подписывайся на мою телегу по ссылочке в описании, и, возможно, именно ты бесплатно получишь этот замечательный КРТХ. Также подпишись на мой YouTube-канал, прожми лайк и напиши любой хороший комментарий в YouTube. Ну что же, с вами был ваш Кентовый, с вас лайкосик, подписочка, про инсту не забудьте. Всем удачи, всем пока.